Уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию следующее сообщение, посвященное антиангиогенной терапии рака желудка. Вообще все прекрасно мы знаем о том, что один из таргетных подходов, который применяется в онкологии, это воздействие на ангиогенез опухоли. Ангиогенез, открытие ангиогенеза в опухоли, это достаточно такое значимое событие в лекарственном лечении онкологических пациентов. И благодаря вот именно развитию клинической фармакологии и открытию онкологического ангиогенеза мы получили в своем арсенале целый ряд новых препаратов антиангиогенной направленности, которые в целом изменили концепцию лечения целого ряда злокачественных новообразований. Ангиогенез – это одно из таких эссенциальных и абсолютно необходимых условий для роста и метастазирования опухолевых клеток. Ангиогенез осуществляется благодаря взаимодействию сосудисто-эндотелиальных факторов. Их 5 классов – фактор A, B, C, D и плацентарный фактор роста, которые взаимодействуют с соответствующими рецепторами сосудисто-эндотелиальных факторов. Этих рецепторов 3 вида. Но вот именно благодаря взаимодействию этих факторов со вторым типом рецепторов и происходит непосредственно процесс ангиогенеза. В результате чего происходит активация эндотелиоцитов, запускается процесс пролиферации, миграции, выживаемости опухолевых клеток и непосредственно начинается процесс ангиогенеза. Те препараты, которые сейчас есть в нашем арсенале, препараты антиангиогенной направленности, самый изученный и давно вошедший в нашу практику, это препарат бевацизумаб, это моноклональное антитело к сосудисто-эндотелиальному фактору роста A. Второй препарат, который вошел в нашу практику, это уже рекомбинантная гибридная молекула, она состоит из частей первого и второго типов рецепторов, соединенных иммуноглобулином G. Третья молекула – это рамуцирумаб, это моноклональное, полностью гуманизированное моноклональное антитело к внеклеточному домену второго типа рецепторов. И целый класс – это различные ингибиторы тирозинкиназ, сунитинип, сорафенип, ленвотинип, реграфенип. Список этих препаратов достаточно большой, останавливаться я не буду. Так вот, практически все эти препараты применяются для лечения различных опухолей, в том числе для опухолей желудочно-кишечного тракта, но, к сожалению, для рака желудка и для кардиоэзофагеальной опухоли используются только 2 из них. Это рамуцирумаб и регорафенип. Если мы посмотрим на то, как лечится метастатический или местно распространенный кардиоэзофагеальный рак и рак желудка, то мы прекрасно все знаем о том, что стандартом первой линии являются так называемые платиновые дуплеты для большинства пациентов. Добавление доцитоксела возможно только небольшой когорте больных. Это молодые, это больные без выраженной сопутствующей патологии, это больные, которые находится в состоянии ЭКОК 0 или 1, то есть те пациенты, которые могут перенести столь интенсивный режим химиотерапии. Добавление эпирубицина, кроме добавления токсичности, дает минимальное преимущество в эффективности, поэтому на сегодняшний день эпирубицин не является стандартом для первой линии терапии. Вот и все. А где же тут антиангиогенная терапия? К сожалению, антиангиогенная терапия не является стандартом для первой линии лекарственного лечения. Рефрактерная химиотерапия, рак желудка и кардиоэзофагеальный рак – это неизлечимое заболевание с минимальными терапевтическими возможностями. Что же мы можем предложить для пациентов в качестве второй линии терапии? И вот самый хорошо изученный препарат, я уже на нем останавливалась, это бевацизумаб, это моноклональное антитело к сосудисто-эндотелиальному фактору роста A. Этот препарат, который используется при различных злокачественных новообразованиях, в том числе и проводилась оценка эффективности этого препарата при раке желудка. Вот на слайде представлено клиническое исследование Авагаст, в котором бевацизумаб добавлялся к платиновому дуплету. Достаточно большая когорта больных, 736 пациентов в качестве первой линии терапии, получали либо платиновый дуплет с бевацизумабом, либо платиновый дуплет с плацебо. 6 циклов комбинированной терапии, и в дальнейшем пациенты переводили
остановились на поддерживающей терапии. Это либо капицитабин, либо инфузии 5-флуорацилов в сочетании с бевацизумабом или плацебо. Лечение проводилось до прогрессирования заболевания или до развития неприемлемой токсичности. Основной целью данного исследования была оценка показателей общей выживаемости. И что же мы получили? К сожалению, результаты оказались не очень впечатляющими. Практически только тенденция к увеличению медианы беспрогрессивной выживаемости, а медиана общей выживаемости была абсолютно статистически незначима. Отличия были статистически незначимы. Несмотря на то, что частота объективного ответа была несколько выше, но тем не менее основная цель, это цель увеличения общей выживаемости, она была не достигнута. В этом исследовании был запланирован анализ показателей общей выживаемости по регионам. И что мы здесь видим? Что наибольшую прибавку от добавления бевацизумаба выиграли американцы, американская популяция пациентов. Европейцы получили прибавку 2,5 месяца, а, к сожалению, азиатская популяция пациентов, которая составляла основную большую массу в этом исследовании, они не выиграли от назначения бевацизумаба. Но, несмотря на то, что вот это исследование оказалось негативным, позже китайские коллеги провели еще одно исследование «Аватар», которое также продемонстрировало отсутствие эффекта от прибавки бевацизумаба в качестве первой линии стандартной терапии для диссеминированного рака желудка и кардиоэзофагеального перехода. Но несмотря на то, что были получены отрицательные результаты, интерес к антиангиогенной терапии не был перечеркнут. И следующим препаратом, который вошел в исследование, это стал рамоцерумаб. Это гуманизированное моноклональное антитело к внеклеточному домену второго типа рецепторов сосудисто-эндотелиального фактора роста. И первое исследование проводилось в группе пациентов, достаточно большая группа, 355 пациентов, которые имели признаки прогрессирования заболевания после первой линии платиновыми дуплетами. Рандомизация была в соотношении 2 к 1, большая часть получали рамоцерумаб, и меньшая часть пациентов получали плацебо. Это плацебо-контролируемое исследование, и, как мы видим, стандартный режим дозирования для рамоцерумаба 8 мг на килограмм каждые 2 недели, и лечение проводилось до прогрессирования или до развития неприемлемой токсичности. Также основной целью этого исследования была оценка показателей общей выживаемости. И что же мы видим? А мы видим, что добавление, применение рамоцерумаба достоверно увеличило медиану общей выживаемости 5,2 против 3,8 месяца. Если посмотреть в абсолютных цифрах, разница незначимая, но статистически эта разница оказалась достоверной. 12-месячная общая выживаемость при применении рамоцерумаба, она была в 1,5 раза выше, 18% против 11% в группе больных, которые получали плацебо. Если мы посмотрим на показатели безрецидивной выживаемости и частоты объективного ответа, то безрецидивная выживаемость также была несколько выше, и разница эта абсолютно небольшая, но статистически значимая, а вот частота объективных ответов была одинаковой. Но в группе больных, которые получали рамоцерумаб, клиническое преимущество, клиническая польза, это сочетание объективного ответа и стабилизации, она была более чем в 2 раза выше, чем в группе больных, которые получали плацебо. Токсичность препарата была идентична, как и для всех препаратов с антиангиогенной направленностью. Это преимущественно артериальная гипертензия, это кровотечение, это артериальные или венозные тромбозы. Ну вот среди осложнений превалировала гипертензия по сравнению с группой больных, которые получали плацебо, а вот частота тромбозов и кровотечения, она была примерно одинаковая. И благодаря вот этому исследованию, наконец-то, регорафенип появился в контексте уже завершенных клинических исследований третьей фазы. И обратите внимание, медиана общей выживаемости больных при применении рамоцерумаба составила 5,2 месяца. Это цифры, которые примерно идентичны тем, которые мы видим при применении стандартных цитостатиков доцитоксела и иринотекана. Но при этом обращаю внимание, что токсичность препарата, она существенно ниже. И при равной эффективности, но превалировании безопасности
опасности с точки зрения спектра токсичности, Рамоцирумаб, конечно, превосходит классические цитостатики. Естественно, после того, как были получены данные о том, что препарат эффективен, запущено было исследование Rainbow, это исследование третьей фазы, также плацебо-контролируемое, в котором проводилось сравнение стандартного режима паклитоксела в качестве второй линии терапии у пациентов либо с рамоцирумабом, либо с добавлением плацебо. Лечение до прогрессирования или до развития токсичности, основная цель – это оценка показателей общей выживаемости. И посмотрите, что мы получаем. Абсолютная прибавка 2,2 месяца в медиане общей выживаемости. Казалось бы, цифра небольшая, но тем не менее статистически она значима. 12-месячная общая выживаемость 40 против 30% в группе больных, которые получали плацебо. Если посмотреть на эффективность с точки зрения беспрогрессивной выживаемости и частоты объективного ответа, обращает внимание, что частота объективного ответа практически в полтора раза выше, 28 против 16% в группе больных, которые получали только плацебо с паклитокселом. Ну а медиана безрецидивной выживаемости, она статистически была тоже достоверно выше, хотя разница в абсолютных цифрах небольшая. Конечно же, после того, как были получены эти данные, была попытка запустить рамоцирумаб в качестве первой линии терапии, исследование Rainfall, в котором применялся стандартный платиновый дуплет в первой линии в сочетании с рамоцирумабом. 645 пациентов были рандомизированы в соотношении 1 к 1. Стандартный платиновый дуплет капицитабин или 5-флуорацил для пациентов, которые не могли глотать таблетированный препарат в связи с дисфагией, и либо плацебо, либо рамоцирумаб. Но здесь режим дозирования рамоцирумаба несколько отличался. 8 мг на килограмм, первый и восьмой день цикла. Основной целью была оценка показателей беспрогрессивной выживаемости. И что мы видим? Если посмотреть на беспрогрессированную и общую выживаемость, то, к сожалению, добавление рамоцирумаба в первой линии не оказало никакого значимого эффекта. Ни беспрогрессированная, ни общая выживаемость не были выше в группе по сравнению с группой больных, которые получали плацебо. И хотя частота объективного ответа она была несколько выше, 41 в группе рамоцирумаба и 36 в группе плацебо, тем не менее это исследование оказалось негативным. Не только моноклональные антитела, но и ингибиторы тирозинкиназ изучаются для лечения метастатического рака желудка и кардиоэзофагеального перехода. Исследование Integrate – это вторая линия применения лекарственного лечения, когда больные, прогрессирующие после первой или даже второй линии терапии, в удовлетворительном общем состоянии, они были рандомизированы в две группы – регорафениб и группа плацебо. Стандартный режим дозирования 160 мг 21 день с последующим недельным перерывом. Лечение проводилось до прогрессирования или до развития токсичности. И главной целью этого исследования была оценка показателей беспрогрессивной выживаемости. И что же было показано? Было показано, что применение регорафениба достоверно увеличивает медиану беспрогрессивной выживаемости. То есть исследование оказалось позитивным. 2,6 против 1 месяца. Казалось бы, еще раз обращаюсь внимание, эти цифры незначимы в абсолютном значении, но тем не менее эта разница статистически достоверна. Если посмотреть на показатели общей выживаемости в этом исследовании, то также при применении регорафениба была отмечена тенденция к увеличению медианы общей выживаемости 5,8 против 4,5 месяцев, но, к сожалению, статистической разницы, это статистической достоверности это разница не достигла. Что касается спектра токсичности, то он был аналогичен тому, который описан при применении регорафениба в лечении больных колоректальным раком. Это анорексия, это повышение печеночных ферментов, АЛТ, СТ, ГГТ, абдоминальные боли, гипертензия. Ну, в принципе, какого-то особого спектра
спектра токсичности не было выявлено. И если в целом суммировать эти данные, то, конечно, на сегодняшний день нет доказательных преимуществ в показателях общей выживаемости в случае применения антиангиогенных препаратов в качестве первой линии терапии. Исследования Авагаст, исследования Аватара, исследования Рейнфолл показали, что добавление антиангиогенных препаратов не улучшает показатели общей выживаемости. Есть умеренная клиническая польза применения этих препаратов в качестве второй и третьей линии терапии. Вот то самое исследование Рейнбол, где рамоцерумаб добавляли к паклитокселу, еще раз обращаю внимание, 2,2 месяца прибавка в общей выживаемости, а частота объективного ответа 28%. И исследование Интегрейт, где регрофенип показал преимущество в беспрогрессивной выживаемости добавлением 1,7 месяца. Главная проблема, на мой взгляд, она состоит в том, что на сегодняшний день пока у нас нет предиктивных биомаркеров, которые могли бы определить, кому из пациентов рекомендовать антиангиогенные препараты, а кому не рекомендовать. И вот те маркеры, на которые мы часто ссылаемся, это повышенный сывороточный уровень VEGF-A или низкий уровень нейропилина, который принимает участие в метаболизме этих препаратов, они, на мой взгляд, имеют достаточно сомнительную прогностическую ценность. Ну и в качестве вопроса для голосования мне бы хотелось представить вам, спросить вас, дорогие коллеги, какой же оптимальный вариант второй линии терапии для рака желудка и кардиоэзофагеального рака вы бы выбрали на сегодняшний день? Будь то комбинация паклитоксел или рамоцерумаб, комбинация иринотекана и рамоцерумаба, стандартный режим фолфири, препарат регорафенип, либо пембролизумаб при наличии высокого уровня PD-L или паклитоксел. Какой режим вы предпочитаете в качестве второй линии терапии больных метастатическим и распространенным раком желудка? Голосование началось. Спасибо большое за такое голосование. Кажется, мне удалось всех убедить, что все-таки комбинация паклитоксела и рамоцерумаба, хоть она исключена в этом году из КСГ, что для нас немаловажно, но тем не менее большинство коллег именно на стороне комбинации паклитоксела и рамоцерумаба. Я всех поддерживаю и спасибо большое всем за внимание.